Итоги форума работающей молодежи подвели на Республиканской трехсторонней комиссии в Управлении труда и занятости Карелии. Участники встречи обсудили важность поддержки предпринимательских инициатив безработных и отметили вклад малого бизнеса в развитие региона. Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик подчеркнул, что в республике поддержка оказывается с самого первого шага начинающего предпринимателя, от составления бизнес-плана до получения льготного кредита. Вот посмотрите, есть система. У человека не было ничего, и через меры поддержки он имеет возможность стать успешным бизнесменом. 3000 рабочих мест малый бизнес создал в этом году, или 3500 рабочих мест. По объему инвестиций у нас уже по всем отраслям экономики уже занимает третье место. Вообще просто сумасшедший рост. Отметим, что благодаря региональной поддержке, инициированной главой Карелии, с начала года более 100 безработных смогли открыть свое дело. А в прошлом году 630 человек. На заседании также подвели итоги форума работающей молодежи, в котором приняли участие около 140 человек и обсудили установление допустимой доли иностранных работников в регионе.